Туве зафиксирован несчастный случай, в результате которого погиб малолетний ребенок. 30 марта в полицию Шагонара поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение доставлен полуторагодовалый мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, который позже скончался. 30 марта текущего года около 14 часов в правоохранительные органы Лухемского района поступило сообщение о смерти в реанимационном отделении медицинского учреждения Лухемского района малолетнего ребенка 2016 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по республике организована доследственная проверка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что в этот же день около часа дня мама, отлучившись на минуту в другую комнату, вернувшись в зальную комнату, обнаружила, что ее ребенок выпал из окна с высоты 5-го этажа многоэтажного дома.